Мэр Николаева прихватил несколько миллионов из городского бюджета. Так утверждает народный депутат Сергей Каплин. По его словам, Александр Сенкевич в день своей отставки провернул финансовую аферу. Он заключил 10-миллионный договор на строительство мусороперерабатывающего завода с фирмой-однодневкой. Ее уставной капитал меньше 10 тысяч гривен, и она не построила ни одного подобного объекта. Мы сегодня обратились к Национальному антикоррупционному бюро, Генеральной прокуратуре, с тем, чтобы расследовали это преступление Сенкевича и ряд других нам известных преступлений, независимо от его статуса, независимо от принадлежности к той или иной партии, ты все равно будешь нести ответственность перед украинским законом. Это статья 364, которая предусматривает в случае подобного правонарушения тюрьмы более чем 3 года.